Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Майнкрафт выживание на Скайблоке. Так, полкашка. Нормально, да? Вообще нормально. Спрыгнул сразу же с места. Так, что у нас происходит? Ночь опять наступает. Я хотел немножечко добыть, естественно, дерево. Ну, саженцев у нас нет. Но ничего страшного. У нас есть вот дерево вот это. И мы попробуем отсюда взять саженец. Так, подожди. Вот так, верно. Так. Сейчас, подожди. Надеяться, что что-нибудь выпадет, не знаю. Так. Выпадет что-нибудь, не выпадет, не знаю. Посмотрим. Опа, есть один саженец. Хорошо. Так, ну, сейчас мы листву тут, получается. Уберем и посмотрим, может что-то выпадет еще. Ну, в принципе, о, два саженца. Это замечательно, хорошо. Два саженца. Так, у нас, я смотрю, ночь наступила, да? Эх, ладно. Сейчас быстренько добудем дерево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, здесь есть кровать. Я здесь лягу. Рядышком с жителем. Какие еще монстры? Да где вы взялись? Откуда вы взялись? Смотри, я не могу спать, пока тут есть монстры. Ладно, мы тебя закроем. Где ты, монстр, ходишь? Так, давай отсюда, а? Слушай, друг. Да, все, полетел, молодец. Так, а теперь спать можно, я смотрю. Дружище рядышком со мной лежит и спит. Хорошо. Ждем немножечко, когда наступит день. Вот, наступил утро. Так, привет, доброе утро. Чего у тебя интересного? Что тебе снилось? Ух ты, нифига. А ты открываешь, дурачок. Ты зачем открыл дверь? Куда он ушел? Так, ладно. Ушел, не ушел. Может, он умер? Житель-то его. Ну, где-то что-то я знаю. А, вот он бегает. Так, ты так больше не делай. Ты же видишь, там монстр стоит. Ты что открываешь дверь-то, алё? Так, ладно. Курочки. Так, сейчас соберем. О, косточки соберем. Это нашему полканчику будет косточки. Так. Так, мне нужно еще один глазик сюда. Еще один глазик. Еще один глазик, я сказал. Ты что здесь бегаешь? Так, все, быстренько сейчас мы кое-что сделаем. Так, полкаша, давай, пошли со мной. Так. Дерево. Посадить хотел. Подожди. Саженец дуба. Так, на косточку. Эту косточку не будешь есть, ладно. Так, возьмем вот эту канитель. Оп, есть дерево. Так, и мы его быстренько сейчас уберем отсюда. Потому что я готовлюсь вообще-то кое-куда сходить. Потому что у меня есть глазик. Сейчас я покажу, где у меня. Я убил эндермена, у меня есть глаз эндермена. И мы сейчас запустим нашу шайтан-машину. Нет, не здесь. Наверху. Вот, о, кадр. Берем одну штуку. Так, зажигалка есть у меня? Так, есть зажигалка, все отлично. Мы готовимся к спуску. Нет, не, мы в ад не пойдем. Мы идем убивать дракона. Поэтому, да, сегодня серия будет про убийство дракона. Так, спускаемся вниз быстренько и поднимаемся наверх. Да, наконец-то у нас есть еще один заветный глаз. Так, подожди. О, все, есть. Блин, а почему я думал, что нужно потом зажигалкой что-то зажигать, не знаю. О, подожди. Пёска, пошли смотреть, что здесь есть. Офигеть. Путешествуем, ну что, раз, два, три. Опа, прыгаем. Оу, где я нахожусь? Подожди, алло.
Так, подожди, все. Подожди, где ты? Блин, а как нам потом вернуться назад домой? Никто нам это не сказал. Нам это никто не сказал. Почему мы здесь появились? Так, ладно. Значит, делаем что? У меня есть припасено доски. Их достаточно много. Так. Давай, знаешь, что сделаем? Куда? Подожди, дракон, что ли? Чё? Алло. Где? Ёлки-моталки. Так, быстренько. Давай куда-нибудь. Строй. Так, давай, давай. Это что, мешает? Блин, я его слышу. Так, быстренько сейчас это уберем. Да хватит уже сердиться. Подожди. Офигеть, умею. Надо было мне этот сделать. Меч хотя бы. Как он? Из... как он называется? Алмаз. Алмазный меч надо было сделать. Ладно. Ничего страшного. Так, поднимаемся наверх. Копаем. Сюда. Так. Да. Он злится, он злится, он очень злится. Так. Так куда же там копать? А, нет, все, вот. Вот он, вот, смотри. Так, ничего страшного. Дракон спится себе. Так, сейчас мы сделаем убежище себе. О, все. О, тихо. Главное не смотреть на эндерменов. Ух ты, нифига. Стреляет, смотри. Так, мне нужно будет вот эти все штуки его уничтожить. Так, видишь, он пытается. Пытается мне. Иди нафиг. Ты чё, реально на меня пошел? Гад. Давай что-нибудь построим. От него спрячемся отсюда. Эй, ты чё? О, нифига, где я очутился дома. Это очень хорошо, слушай. Так, мне надо будет сделать здесь кровать. Потому что я буду завоевателем. Так, быстренько выбираем кровать. Забираем ее. Забираем кровать. Нет, упала. Чё-моё. Ай. Так, берем алмаз. Я буду сейчас делать кучу. Мне надо будет кровать туда поставить. Потому что я же там буду что-то этим всем делом заниматься. Я буду возрождаться и сразу же туда прыгать. Так, мне нужно кровать. Кровать у я профукал нечаянно. Поэтому я беру еще здесь кровать. Здесь их много. Вот это возьмем посередине. Так, вот он кровать. Все, быстренько там мы сейчас сделаем кроватку и будем перерождаться и быстренько туда опять бежать. Так, возьмем, значит, кровать, не кровать, 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 кровать. И надо будет на этой кровати еще, наверное, поспать. На всякий случай. Так, делаем, значит. Так, подожди. Вот так сейчас. Так. Кровать у него будет здесь стоять. Так. Ну, здесь я сейчас выставлю кровать нашу. Так, пока я... Ну, сейчас я немножечко подожду, пока наступит ночь. Ой, клёво, клёво. Сейчас мы будем воевать с дракошей. Да. Убил меня эндермен, кстати. Так. Эндермен, гад. Такой... Меня убил. Ну ничего страшного. Так. Сейчас я сделаю себе кое-что. Так вот. Такое место. Так. Кроватка, все дела. Так, я ставлю факела. Где у меня? Вот они факела. Угу. Сейчас я буду в полном вооружении. В полном вооружении, и что победить этого монстра. Так, мне надо будет сделать, знаешь, что? Сначала, естественно, верстак. Верстак у меня будет, знаешь, где стоять? Вот здесь, возле кровати. Затем, мне надо будет сделать сразу же
Сундук. Вот даже я возьму два сундука. Это будет все подготовка к... Эх, блин, пускай будет что-то глюк какой-то. Так, подготовка для нашего похода. Мы будем делать оружие. Во-первых, нужно сделать мне хороший меч. Естественно, естественно. Алмазный. Так, делаем алмазный меч. Так, так, так. Есть один меч. Так, можно сделать два меча, но не знаю. Пока я не буду тратить алмазы, пускай они здесь лежат. Так, затем. Кирка обязательно алмазная. Так, сундук мне надо пригодится. Так, еще возьмем дубовых досок, не надо, вот эндерняк возьмем на всякий случай. Так, дерево мне не нужно, здесь эти штучки тоже оставим. Так, ага, лук мне не нужен, а хотя, может быть, и нужен, я возьму, сколько у меня есть, 10 этих штучек. Так, ладно, ну что ж, приготовились, поехали. Так, вот, значит, все, идем воевать. Ух ты, что это такое? Ты видишь? Ага, я видел. Непонятно, что это такое было. А-а-а. Тут повсюду вот эти вот штуки. Так, мне нужно сделать какое-то убежище сразу. Вот так, смотри, видишь? Кто меня бьет? Так, был Эндер Дракон с помощью магии. А, в смысле, какой еще магии? Подожди, в смысле? Он меня убил с помощью магии. Подожди, алло. Как? Какая еще магия? Подожди. Подожди, я не понял, что за магия? А, видишь, магия. Может... А-а-а. Вот эта штука, это магия? Понятно. Понятно все. Так, так этой магии много здесь. Зачем мне эта магия? Магия нужна. Ах ты, ё-моё, смотри. Магия. Нафиг. О, все, магии нету. Да ты гад, дракон, еще у тебя какая-то еще магия там, оказывается, есть. Так, быстренько не смотрим на этих эндряшек. Так, эндряшки. Все. Хорошо, вот так я сейчас построю все от вас. Чтобы у меня не это самое, никак не цапать. Ух ты, смотри. Вот она эндермагия везде. Так. Ох, тихо. Гад. А, в смысле? Дракон с помощью... Чё за фиг? Подожди. Я не понял. Что это еще за магия, а? Что такое? В старой версии никакой магии нафиг не было. Просто идешь и убиваешь. Подожди, никакой магии не было. Какая-то магия появилась. Вон, смотри. О, нифига, вот смотри, сколько магии было. Вот он, дракон летит. Опа! Стрельнул. А-а-а! Он вот этой фигней стреляет, это магия. Ё-моё. Ладно. Так, быстренько бежим. Так, мы сейчас посмотрим, что здесь интересного есть. Это что такое за место интересное, а? Так, подожди, я помню, нужно вот эти вот штуки убивать. Как убивать? Ну, разламывать, я помню. Потому что отсюда энергию берут. Так, лестница. Так, давай. Блин, лестница кончилась. Это очень плохо. У меня даже ничего интересного нету здесь. Как же я поднимусь наверх? Так, ладно, спускаемся. И сейчас накопаем. Знаешь, мне надо где накопать что интересное? Это вот в аду, она очень легко копается. Кто-то падал. Ой, ты. В смысле, подожди, я на вас не смотрел уже. Вы что бегаете, на меня кричите? Я даже на вас не смотрел. Так, дракоша летает, ладно. Сейчас мы здесь спрячемся и соберем вот этот известняк быстренько. Так. Мне хотя бы одну вышку уничтожить. Сейчас быстренько уничтожим одну вышку.
И будем уничтожать дракона. Так. Фига себе, дракон какой. Интересно, так это слишком высоко. Где тут пониже есть? Вот это вот пониже самая такая конструкция. Низкая вопрос. Сейчас попробуем на нее залезть. Так, подожди. В смысле, кто? Алло. Так. Ну, что произошло-то, алло? Так, пёска, ну пошли за мной, поехали. Ой, молодец. Пошли, пёсик, со мной. Давай, смотри только, полканчик мой аккуратненько здесь будет, ладно? Так, все, я взял полканчик с собой. Так, видишь, дракоша. Дракоша очень злой. Так. Вон у нас, он сейчас на самом низеньком пойдет. Так, главное, в глаза не смотреть этим. Упырям. Во-во-во, вот сюда сейчас пойдем. Давай, быстрее, иди уже. Все. Поднимаемся наверх. Не знаю, получится так быстрее, нет? Главное, чтобы меня дракон не взорвал. Есть. Так, эти же ломаем вот это все дело. Есть, раз. Два. Все, залезаем, и теперь идут все. Прибываем. Полкаша, нет! Полкаша умер. Ой. Хоть полкашу не бери сам. Так. Надо будет еще на тот залезть. Нифига он высокий какой. Офигеть просто. Смотри, видите, что будет, если я на ней буду смотреть. Блин, только что здесь вся защита сломалась. Иди нафиг. Оп, все, убили. Эх, ладно, дорогие друзья, на сегодня это все. Завтра мы точно победим. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. И всем пока-пока.